У музыкального театра в Омске, а также в других городах страны 12 июня прошла акция «Мы граждане России». Добровольцы вручали прохожим триколоры и листовки с гимном, параллельно интересуясь, что для мечей значит Россия и важно ли быть патриотом. Россия, она такая очень сильная страна, должна как-то объединять, и это скорее такие праздники, которые должны напоминать о том, что нужно быть патриотом. Сейчас день России, об этом дне должен знать каждый, и каждый думать о том, что что-то он должен сделать хорошее для своей страны. Главная часть патриотической акции проходила в интернете, где россияне, используя специальный хэштег под фотографией, могли рассказать всей стране, что для них значит Родина. В итоге тысячи снимков сформировали своеобразный патриотический фотоальбом, напоминая о том, что сила в единстве. У нас большой патриотизм в России, и мы должны больше уделять этому внимание и гордиться своей страной, несмотря на то, что происходит в мире, потому что мы знаем, что наша страна самая лучшая.